Всем привет! Перед тем, как мы все внимание уже направим на футбольное поле, представимся быстро. Ваши комментаторы Юрий Розанов и Василий Соловьев. Ну, а главным арбитром нашего матча является Сергей Ипуткин. Некое подобие стенки. А до ворот-то не так уж и далеко. Вполне возможен удар. И это потеря. Дерек Буатен. Пошла борьба. Плотность игры непременная составляющая футбольного матча. Едем дальше. Жалость какая, а? Матч не остановлен, хотя казалось, что было нарушение правил. Думаю, что не обязательно было мяч терять в этой ситуации, но что произошло, то уже произошло. И поглядим, удастся ли обороняющимся вынести мяч от штрафной. Чего теперь ждем передачи в центр. И не удалось игроку добиться своего. Мяч у него отобрали. И кто подберет его теперь? И обратно. И, пожалуй, что можно бить. Это органично будет смотреться. Вась, проявит себя сегодня этот парень или нет? Он... Ни секунды на размышление. Первым касанием с лета. Переходит мяч к другой команде. Ну же! Ну и надо показывать эти вещи вот как в замедленном, допустим, варианте. Замедленной съемкой. Как показывать? Вся прелесть ровка теряется. Там. Юра, а как он не пробуксовывает вообще? Я удивляюсь. Очень внешне легко мяч забрал, да, поставил корпус, правильная позиция, все хорошо. Защита на высоте. Эдуардо. Нельзя это промазать. Очередная атака. Не добежал нападающий. Уходит команда на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что очень будничный счет. Наш коллега Василий Уткин часто говорит в таких случаях, но, может быть, я пока пойду погуляю. Вот он и гуляет, а мы здесь сидим. Первый удар по мячу во втором тайме. Будем смотреть за изменениями в игре. Будут ли они? Поле не покинул. Ронадиньо. Думаю, надо бить и забивать. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Вот так с насколько не получилось. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Фернандиньо. Думаю, надо бить и забивать. Это шанс. Гол! Если так и дальше пойдет, то можно забыть про Кубок Лиги. Теперь надо отыгрываться. Время работает на соперника. Но это уже не начало тайма, они только что пропустили гол, и им пора бы быть.
пошла борьба. Доставляется мяч в штрафную. 100 раз проверенным способом. А что в ней? Что в штрафной? Опасный момент. Отобрали мяч у соперника. И посмотрим, получится ли встречная атака. Потерян мяч, но за него надо бороться прямо здесь же. Думаю, надо бить и забивать. Ну давай! Не удержал мяч! Классический вариант последних минут. И у тех есть шансы, и у других есть шансы. Да, и разница в счете не катастрофична. Все может быть еще, все может быть. 5 минут осталось. 5 минут, один гол всего лишь разница. Минимальная футбольная, самая, наверное, вкусная для болельщиков ситуация. И все было рядом. Да, вот он локоть, поди его укуси. Слово берет судья.